Жители 61-го дома на улице Нефтяников почувствовали запах гари и вызвали огнеборцев. Как оказалось, семейная пара вышла на прогулку и оставила на включенной плите кастрюлю с едой. Она стала пригорать и распространять дым. Предприимчивые соседи еще до приезда пожарных самостоятельно проникли в комнату и устранили причину задымления. Открытых источников горения нет, и угрозы жизни и здоровью людей тоже не было. За первое полугодие пожарные совершили более 180 выездов по тревоге. 150 вызовов оказались сложными. Это были сработки автоматической противопожарной системы, тление непотушенных сигарет в подъездах, замыкание электропроводки. Очень часто люди оставляют без присмотра на включенной плите кастрюли и сковородки с едой. За подбирание пищи у нас предусмотрена административная ответственность. В первый раз мы привлекаем к уксуму, то есть к предупреждению, да. Если же это повторяется у тех же самых граждан, которые допустили первоначально, то уже наказывается административным штрафом в сумме от 1000 до 2000 рублей.